вторник на смену солнцу придут дожди, а столбики термометров начнут опускаться вниз. 7 августа в Сарове утром плюс 18, днем воздух прогреется до 24 градусов тепла, ночью плюс 15. Ветер западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде в течение дня велика вероятность осадков. Утром плюс 18, днем столбики термометров поднимутся до плюс 24, ночью плюс 15. Ветер западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В столице переменная облачность. Утром плюс 16, днем небольшой дождь, плюс 22, ночью плюс 15. Ветер западный до 4 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.